Елка установлена на Дерипасовской, высота около 14 метров. Это сборная конструкция, металлический каркас и полностью с верхушки до самого низа. Это живые елки, установленные светодиодные гирлянды, которые меняют цвет в течение нескольких минут. Ну и самое главное, будет установлено еще музыкальное сопровождение. И рядом есть городская ярмарка, где будут проводиться каждый день различные мероприятия для, скажем так, одесситов и гостей нашего города. Елка на Думской в ближайшее время тоже будет установлена. Это будет, скорее всего, искусственная елка. Точно так же будет с цветными гирляндами, которые будут менять, скажем так, по специальной программе свой и цвет, и от низа до верха различные программы. Ну и, конечно, в ближайшее время, я уверен, 19 числа точно так же елка на Думской площади откроет свои двери в сказку для детей нашего города. Конечно, уже Дерибасовская улица украшена, на Дерибасовской будут установлены различные световые фигуры, которые тоже точно так же будут радовать и одесситов, и гостей нашего города. Ну и, конечно, все витрины центральных улиц в нашем городе будут украшены, и в ближайшее время уже откроются двери в сказку в нашем городе.